Мечеть – это место успокоения души и сердца мусульманина в суете беспрерывных проблем и беспокойств. В разных местах страны открываются дома, в которых верующие находятся в гостях у Творца. Новая мечеть была построена в честь 90-летия известного гражданина нашей страны Ералы Дадабаева. Его сыновья завершили строительство мечети в течение одного года и сдали ее в эксплуатацию населению 1 мая, в День единства народа Казахстана. В его открытии принял участие заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана наиб муфти Кенжиали Кажи Конрат Байолы, который избрал имама мечети и передал священную книгу Коран. Сегодня, если бы был жив Ералы Ата, то ему бы исполнилось 90 лет. В честь этого в месяц Шаваль, по мусульманскому календарю, который идет после месяца Рамадан, и состоялось открытие мечети. Сыновья, взявшие на себя доброе дело и закончившие его с честью, не ограничились тем, что построили мечеть в честь отца. Они по сей день, как говорят селяне, трудятся и прилагают свои силы для того, чтобы помогать нуждающимся. 1 мая, в честь Дня единства народа Казахстана в селе Танта, которое находится на территории массива Шайхурык, мы собираемся открыть мечеть Танта-Баба. Это большое здание, которое было построено для населения. Пророк Мухаммад в своем благочестивом хадисе сказал: «Тому, кто построит мечеть даже с размером гнезда куропатки, Всевышний построит дом в раю». В соответствии с этим и по просьбе жителей мы и решили в центре построить мечеть, которую мы сейчас и откроем. Местное население, пришедшее на открытие мечети, очень радо данному событию. Ведь строительство мечети считается добрым делом. Это настоящее счастье для нас, говорят сельчане. Сегодня День единства народов Казахстана. В этот замечательный день в нашем селе открывается мечеть Танта-Баба. Мы очень довольны. Если раньше мечеть была далеко, то сейчас не надо никуда ехать. У нас своя мечеть. Нам теперь удобнее стало молиться 5 раз в день. В торжественном открытии мечети приняли участие гости из других регионов страны, жители села, ветераны области, известные в стране граждане. После церемонии открытия собравшимся был подан поминальный обед и накрыт щедрый дастархан. Кулюш Умурзакова, Адиль Сайлаубеков, Азамат Бескенов, 77 News.